реального. Будет ли мобилизация? Конечно, будет. Я думаю, и об этом руководство говорило. Кратно Зеленский ссылался на просьбы военных о том, что необходимо провести мобилизацию. Поэтому мобилизация, да, будет. Мы не можем избежать этой темы, смотрите. У нас есть три сигнала очень сильных на этой неделе, и они следующего рода. Во-первых, в польской прессе появилась статья о том, что почти 100 тысяч украинских мужчин пересекли границу Польши, призывного возраста пересекли границу Польши, да только Польши, в одном направлении и не въехали обратно в Украину. Во-вторых, есть заявление Давида Арахами о том, что, возможно, будет экстрадиция тех, кто сбежал. В-третьих, у нас есть законопроект Венеславского, который предполагает, что студенты, которые пошли на второй, третий срок высшего образования, плюс даже аспиранты, которые кандидатскую защищают, на которых всегда была бронь, лишаются права отсрочки от призыва. И все мужчины после 30 лет, даже они первые получают образование высшее, что тоже раньше давало бронь. Остаются только студенты молодого возраста, 18-22, до 30, скажем так. Плюс появилось расширение, такой проект расширения медицинских допусков. Он наиболее проблемный.